Ну, Эрдоган марионетка в руках Вашингтона. И выстроить эти отношения по-другому сегодня практически невозможно, потому что выстроена парадигма развития этих отношений. И задал эту парадигму не Эрдоган, а Вашингтонский обком. Он просто выполняет. При этом я думаю, что он капитально просчитался. Он подставил своими действиями сегодня не только Соединенные Штаты, но и всю Европу. И перспективы налаживания хороших отношений с Турцией я лично не вижу. Да и не считаю нужным, пока существует это марионеточное и абсолютно бессовестное руководство.